Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале редко, но метко проходят конкурсы на робуксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. И всем привет, и с тобой Калантайка. Если что, сегодня будем проверять... Я уже забыл, как это сказать. Сайта с продажами на робуксы. И, в общем, давайте перейдем уже к этому сайту. Я первый раз его вижу. На самом деле, мне его порекомендовали. Можно так это сказать. Ну, в общем, точнее, не совсем порекомендовали, попросили о нем рассказать. Я, честно, нифига не уверен, что он нормальный, потому что на самом-то деле он очень и очень дешевый. Это самый дешевый сайт с робоксами за последнее время, который я когда-либо видел. Фух. Ну ладно, давайте попробуем. Я, блин, очень сильно боюсь группы Роблокса. Само сразу в группу вступаем. Та ли группа или не... А, группа — это другая группа, все, понял. 1 рубль, 2,9 робокса, чтобы вы понимали. Есть прям группа ВКонтакте, которая конкретно работает. Есть, можно купить робоксы, можно, главное, купить робоксы. Наши администрации помогут обратиться к администрации, нет отзывы. Все это не совсем интересно. В общем, давай все-таки покупать робоксы. Робоксы. Блин, я никогда не буду говорить робоксы. Так, для получения валюты нужно присоединиться к группе. Но это стандартно и все. На самом деле, чем меньше и проще сайт, тем легче, лучше. Так, вот эту группу я ее и видел до этого. Я просто думал, что мало ли поменяется группа. Тут у меня какие-то вот... Я бы нам букву М сказал. Дурацкие группы, но это Калантайка 1. Поэтому тут ничего меня не удивляет. Так, ладно, пройдем верификацию. Хотя и в последнее время почему-то верификации нету. Даже, ну, за тех, кого вступаю. А может, люди не ставят пин-коды верификации. Я имею в виду на свои аккаунты. Не знаю. Ну, что-то последнее время вообще нет верификации, поэтому отгадываем. Отгадываем всяких динозавриков. Причем динозаврики — это еще хотя бы просто. Тюлени всякие, медведи какие-то или тюлень. Ой, тут все перемешали, да? Все. Тут обычно динозавры — это прям чисто динозавры, а тут и ламы, и динозавры, и медведи. Жесть, конечно. У меня вон одна лама что-то появляется, и все. Жесть, конечно. Вот ламу фиг, конечно, поставишь адекватно. Тек. Так, вот буду я прям вот, если прям вот реально они выдают робоксы, то я честно буду покупать, честно, только через них. Так, я вступил. Ваш ник в игре. Я лучше вот так скопирую, потому что не дай бог я что-нибудь сейчас напишу не так. Вы получите робоксов сколько? Допустим, давайте, ну, блин, я не знаю, 20-ку это вообще ни о чем. Сколько там, чтобы 100 рублей было. Да? Или полтинник, давайте 50 рублей. Это 145 робоксов. Там кратно 0,3, да? Может, 60 проще? Я чуть не очень могу понять, сколько. Если 1 робокс это в 10 это 3-4 рубля. Офигеть. Тогда вообще непонятно. 100. Так, подожди, 100. Это 3-4 рубля. То это 3-4. О, я вообще запутался. Ладно, давайте полтинник введем и все. 50 рублей — это никак ни разу, ни два не жалко. 145 робоксов — это очень много, реально очень много для, ну, такой вот, ну, для сайта вообще любого. Но вообще, по идее, как добываются эти робоксы? Если они добываются при помощи там мини каких-то игр, и люди просто их проверяют, там донатят в них, то я все понимаю. Если на шмотках, тоже понимаю. В наличии 54 тысячи робоксов. То есть вот на это тоже внимание обращайте. Ребят, я не знаю, пройдет он, не пройдет, купится, не купится. Блин, буду надеяться на лучшее. Прием платежей. Сейчас самое главное. Проверяем, какой платеж. У нас есть Kiwi, Tele2, МТС, Uplay и карточки. Пластиковая карта, я думаю. Блин, он вообще какой-то... Вообще какой-то некрасивый сайт. Хм... Мы используем... Блин. А что тут еще есть? Kiwi? Kiwi есть. А у меня на Kiwi что-нибудь есть? Включена комиссия. Я не знаю. Я не доверяю вот этим всяким... А, ну давай я просто... Знаешь, как я сейчас сделаю?
Я сейчас поприятнее сделаю. Я введу вот сейчас карту. У меня есть, ну, пустая карта, достаточно пустая. Вот. И я сейчас проверю вот этот вот сайтик. Вот этот вот весь сайт. Чуть-чуть прям вот через, ну, где-нибудь. Где-нибудь в Гугле. Вообще, что это за сайт? Просто, скорее всего, это какой-то прием платежей, который достаточно дешевый по комиссии, чтобы они получили больше денег. Скорее всего, потому что он не вызывает доверия. Он не популярный, я так понимаю. Ну, он где-нибудь там идет через какие-нибудь там острова или что-нибудь еще. Не знаю. Ладно, сейчас проверим. И буквально через секунду я присоединюсь к тебе. Итак, вернулся я к вам. В общем, я оплачиваю, все-таки решил с карты, почитал. Там проблема у вот этого Uplay или кто-то такого, проблема только как раз для тех, кто его вызывает. То есть для разработчиков вот как раз сайта этого, для них, по-моему, проблема эта штука. Надо было им отзывы почитать. Это, в общем, совет им, если они будут как-нибудь смотреть. Блин, не такой код. 23.18. Говорят, никому не сообщать. Ребят, я вам сообщил. Никому не говорите вот этот код 2318. Если что, помните, Клантайка вам ничего не сказал. Так, ладно. В общем, оплачиваю. Надеюсь, что у меня ничего в этом не пропадет. Скажите, я, конечно, по поводу именно вот этого Uplay я почитал. Ну, я забыл, как она называется. Ошибка платежа на стороне банка эмитера. Пожалуйста, повторите оплату через 10 минут. Видите, вот в чем и проблема. Вот и все, вот и вся проблемка. Поход дело косяк. Магазин. Все. Не будет у меня ни денег, ни робоксов, ни фига. Вот такие вот дела. Так, ладно, перезапуск. Можно будет попробовать, но мне кажется, это все прошло. Сейчас надо будет проверить. Я проверю через мобильник. Потому что, мне кажется, по-другому это не так не работает. Ну, по крайней мере, по истории. Хотя в операции ничего не прошло, реально. Ладно, проверю чуть-чуть попозже. Через 10 минут, они говорят. История операции. Нет, нету. Да, реально не прошло. А, нет, выплата... А, нет, это, подожди, это другое. Это процент. Фух, вроде ничего не прошло. Ладно, будем следить за карточкой. Посмотрим, что да как чего. Посмотрим. В общем, поглядим, повидим. Нужно еще попробовать все-таки еще раз оплатить. Я потому что не уверен в этом, то, что там прошло, не прошло. Через прям вот какое-то время, количество маленькое секунд, то есть минут через 10, как раз еще раз попробовать. Ладно, все, встречу с тобой буквально через секундочку. Потому что, в принципе, сайт не то, что не вызывает доверия. Мне просто верили, что он хороший. И поэтому на него сразу кидаться, что он обманщик, нет. Потому что, во-первых, у меня не списали деньги. Ну, и во-вторых, они написали ошибку. Плюс еще я почитал по поводу вот этой всей системы, там вот этого Play, что она как бы не очень. Вот, поэтому... Ладно, сейчас поглядим. Итак, ребят, попытка номер 2. Я не знаю, пройдет, не пройдет, но надеюсь на лучшее. Так, 52 рубля надо оплатить. Говорят, не сообщать никому. Может, это из-за того, что я сообщаю вот эту цифру? Блин, тут 1000. 4 цифры вот эти, может, из-за этого? Из-за того, что сообщаю всем и не работает это все. Но проверка, я прям вот хочу, чтобы сейчас все прошло. И как бы либо обман, либо нет. Вот как-то... Так, спасибо за оплату. Все. Но, как один сайт говорил, классный, вот эту вот штуку не надо пока закрывать, пока мне не пришли робоксы. Но робоксы пришли. И это круто. Это реально круто. Это за 50 рублей мы получаем 145 робоксов. Это, блин, реально. Я не знаю. Ты, не знаю, видишь, не видишь, но я прям вот очень сильно доволен. Это первый раз в жизни. Прям вот, прям по кайфу. Это действительно, это реально круто. 0,3 рубля. Да какой ты 0,3? Там больше. Там почти за 1 рубль получаем 3 робокса. Почти, почти. Это очень круто. Да? Ну, все правильно, 0,3 рубля. А, ну да, за 1 рубль мы получаем 3 робокса. Жесть. Серьезно, я только сейчас это понял. Офигеть.
Вот, комиссия небольшая, то есть я заплатил, ну, выбрал 50 рублей, получилось 52 рубля, это очень круто. Плюс еще робоксов дофига, поэтому, ребят, внимание, смотрим, покупаем, можете потом перепродавать, ну, очень круто. Можно вот с такой штукой, я, кстати, может быть, опять заново начну робоксы давать за донат, наверное. Не знаю, ну, очень круто. Я, конечно, немножко все равно побаиваюсь вот эти всякие сайты, особенно... Вот с этим во всем. Конечно, по тещу я еще... Что с картой будет? Ну, блин, сейчас я прям вот... Я в телефоне, если что, ребят. Вот прям вот 2 секунды зайду... Зайду на карту, посмотрю, куда как бы отправляется это все. То есть, история операции. Да, она прям вот Unitplay, вот этот вот. Unitplay отправилась и прям вот конкретно 52 рубля. Короче, я говорю, просто сам вот этот Unitplay, это Г полное. То есть, это не для нас Г полное, для тех, кто платит, а для тех, кто им пользуется, то есть для сайта. Я так почитал, потому что там администрация Г, там вообще какая-то фигня, там могут они им не выплатить, потому что, ну, идет, получается, транзакция, обмен. То есть, все ребята, ну, вот эти ребята, они как бы завели, получается, робоксы через вот этот Unitplay. Ну, я так понимаю, как это все работает. Ну, не совсем понимаю, как это работает, но утрированно, допустим, так. То, что пока, когда мы оплачиваем, нам сразу моментально выплачивают, а им через какое-то время выплачивают сумму. Потому что мы, типа, можем отказаться, защита прав покупателей, ну, короче, им всякую фигню на уши вешают, и им могут эти деньги не выплатить. Поэтому аккуратно, пожалуйста, вот с этим сайтом, ну, я имею в виду вот с этим сайтом, потому что у них могут быть какая-то техническая неполадка, могут переходить на... какую-то более удобную эту штуку, могут еще на что-то интересное переходить. В общем, повнимательнее, ребят, потому что купить лучше, конечно, мне кажется, связаться с администрацией. Ну, просто вот напишите, я не знаю, как тут писать. Обратиться вот к администрации. Да, надо войти в ВКонтакт сначала. Короче, нужно обращаться к администрации. Я думаю, это вот для тех, кто хочет прям большую сумму. А вообще, по идее, я советую так, ребят. Вам вот нужно купить много робоксов. Вы лучше... несколько раз купите. То есть, например, лучше несколько раз бить, там по 100 робоксов покупать, или вот по 50 рублей тратить и покупать. Вот, ну, так, я думаю, приятно, логично и лучше. Потому что бац, сумму вот какую-нибудь крупную задонатили, а у вас какая-то вот прям вот моментальная шляпа получится. Ну, в общем... Вот так вот. Если что, сайт реально работает, это редкость, но это очень приятно. На самом деле, я через Roblox Mafia, которую я еще даже не тестил, да, ну, не рассказывал вам про нее, через нее покупаю, там 0.5. И как бы, блин, тут прям вообще выгода так выгода. Обязательно кому-то, если что, буду пиарить эту штуку. Так что вот так вот, если что, ребят, покупаем. Все, всем спасибо, кто смотрел. Подписываемся на канал, ставим лайки. И всем пока-пока.